Спорттун түрлөрү кайсы жагат ага, элдер? Футбол жагат. Футбол жагабы? Жакшы. Кайсы командага болеет этесин? Португалия. Португалия? Молодец. 23-летний Эльдар Эрнисулу, житель села Башкарасу Аламыдунского района, страдает детским церебриальным параличом. Государство выделяет ему пенсию по инвалидности первой группы. Сегодня по поручению представителя президента Чуйской области приехал его заместитель, который ознакомился с положением нашего героя и выслушал их проблемы. Спасибо, что не забываете о нас. Всегда поддерживайте и морально, и физически. Конечно, сейчас моя мечта, чтобы мой ребенок начал ходить. И любая помощь нам сейчас необходима. А 15-летний Асамамбет страдает синдромом Дауна. Джипара Токтогуджоева в одиночку воспитывает сына высокого роста с умственными недостатками и двоих других детей. Мать-одиночка поблагодарила власти за оказанное внимание о ее сыне и попросила помочь с жильем. Мой сын не разговаривает и отстает в развитии. Получаем пособие по инвалидности. Кроме этого, нам выделяют деньги по уходу за ребенком. 3 декабря – Международный день инвалидов. Каждый год эта дата является напоминанием о необходимости особой заботы о людях с ограниченными возможностями. В Чуйской области зарегистрировано более 27 тысяч инвалидов. О них заботятся местные власти. Сегодня мы посетили на дому с вручением денежной помощи, а также продуктовых наборов нашим особенным детям. Также по Чуйской области проводятся с участием районных государственных администраций, органов местного самоуправления, а также спонсоров всесторонняя помощь. Напомним, в стране около 200 тысяч граждан с инвалидностью. Более 17 тысяч из них – дети в возрасте до 18 лет. Им всегда нужна помощь и поддержка. Айсулу Мурзакова, Автандиль Бахтыбеков, Асылбек Курманалиев, СТВ.